Уважаемые наши россияне, пожалуйста, не слушайте никого, что не говорят, никому, что наших российских туристов или кого-то там россиян не любят. Все очень доброжелательно к нам относятся. Не думайте, что там, если мы идем с ленточками, кто-то будет срывать эти ленточки. Нет, мы уже целый день с этими ленточками ходим. Никто, все наоборот нас поздравляют с праздником. Так что никому не верьте, ради бога, все люди относятся к нам хорошо. Так же, может быть, как и на Украине. Просто тут такая обстановка, может быть, все... Я не знаю, кто там придумывает все это. Это специальная дезинформация. Сколько мы были в Европе, сколько всего мы стран проехали, никогда в жизни никто ничего на нас не говорил плохого. Ола. Все наоборот нас любят и уважают. Так же, как и мы всех любим и уважаем. Так что не верьте никому, пожалуйста. Вот за любовь между народами. Все? Что все? Вот дедушка толстенький. Ну и что-то тоже семейный. Толстенький. Вот собачки. Собачки. Все, великолепно. Вот так же все нарушают. Это красный, нельзя переходить. Так же все нарушают. Причем мы, наверное, не сюда вышли. Не на нашу улицу. Так что ездите, отдыхайте в Европу, на Украину, в Украину. Хоть куда. Везде нам будут нормальные люди рады. А дегенератов в каждой стране навалом. Да, также и в нашей стране море, которые, как они, против этих... Дегенераты. Расисты, не расисты называют. Вот красивая девушка, Ола. Так что все, заканчиваем видео, нет? Не, ну хочешь с ними, как я еще под машину брошу? Зачем? Ну, а мне скажут. Чего тебе скажешь? Ола. Что дурак? Супер отдыхать. Между прочим, тут дешевле, чем в России отдыхать. Так что не слушайте, что когда вы там в Лазаревской едете, в Планерской, Крым, там куда-то, что-то, что дешевле. Дешевле Испания, Греция, Турция. Но Египет, правда, Путин закрыл. И в Турцию и специально говоришь, закрыл. Это говорит человек, который никогда не был в Турции. Нет, но я просто смотрю по путевкам, по ценам у туроператоров, что тут дешевле. Вы отдадите за Сочи 1050-60, а тут дешевле.